Всем доброго дня. У меня расцвел любимец. Я сегодня потестила духи, которые подойдут тем, кто любит ядро кедрового орешка. Эти духи представлены в бренде Latafa Pride в оливкового цвета флакончике с бронзовым шильдиком в виде дерева без листьев. И на крышечке тоже дерево без листьев, наподобие, как у Пенхаллиганс, выполнены флаконы с оленем. Вот, значит, Latafa Pride Eternal Wood называется аромат. Ну, слушайте, вот уже третий час пошел, как я его пшикнула. Он пахнет свежестью кедрового ядра. Не сколько деревом, а сколько вот этой скорлупочкой свежей. И такой, вроде как бы, ядро ореха не может быть свежим, но запах какой-то чистоты, понимаете? В меру сладкий аромат. Кому он пойдет больше, женщине и мужчине, я не знаю. Но думаю, что на мой вкус мужчине. Вот. Но я впервые такие встречаю духи с таким вот уникальным запахом орешков. Кедровых причем. Так что, может быть, и Latafa будет тут пионер в области гурманики такого рода. Поэтому интересные духи. Попробуйте.